написал учеником 10 Б класса проекта «Новый педагогический класс в московской школе». Почему я решила учиться в этом классе? До поступления в 10 класс я училась в школе 15-17. Когда пришла пора определяться с предметами для ОГЭ, наша классная руководительница показала нам список возможных профилей. Я обратила внимание на психолого-социальный профиль, который входит в состав этого проекта. Мне всегда нравилось изучать биологию общества знания, поэтому весь год я усердно готовился, чтобы успешно сдать экзамены и поступить сюда. Сейчас прошло не так много времени обучения в данном классе, однако я полюбила его всей душой. Поначалу я думала, что это обычный класс, но это оказалось не так. Здесь нам дают возможность поучаствовать в различных мероприятиях. После поступления сюда у меня появилась новая цель, новые возможности, а также появились близкие друзья, с которыми я могу обсудить общие интересы. В нашем классе собрались разные ребята, но всех нас объединяют такие качества, как эрудированность, дисциплина, внимательность и любовь к детям. И все мы хотим стать педагогами. Я очень рада, что решила поступить в новый педагогический класс Московской школы номер 15-17. Мне доставляет огромнейшее удовольствие приходить и получать новые знания. Теперь после окончания школы я с точностью уверена, что посвящу свою жизнь работе с детьми и молодежью. И я нашла себя в обществе. Я стану психологом, и в этом мне поможет новый класс.